Здравия желаю, господа водомоторники. Андрей Юрьевич, продолжаем тему Альфы. Писали там люди, как это синие продали. Синие не продали, кто-то хотел купить. Как всегда, так сказать, язык купить хочет, а денег нету. Вот получилось, наверное, так. Значит, синий мотор будет стоять на выставке, скорее всего. Его забрали. А тот, который мы будем подвергать, так сказать, сумасшедшим испытанием, привезли. Вот этот мотор, соответственно, мы его сейчас при вас распаковываем, показываем еще раз. Этот мотор уже с электростартером. Вот, потому что я уже дергать ничего не хочу, мне это не особо удобно. Вот, поэтому на испытание попросил, чтобы нам дали мотор с электрозапуском. И в другом цвете, поскольку лодки у меня все камуфляжные, ездить с ярко-синим мотором будет не фэн-шуй. Вот. Тут я еще сам, так сказать, открываю при вас, как привезли, так привезли. Я еще сам не видел, что нам отдали. Ну, вот такой вот моторчик. Что у него тут? 9,9 на колпаке у него, обычный серый цвет, и это, соответственно, двадцатка, копия Тахацу. Вот, сейчас мы его попробуем возбудить, завести и так далее. Давай, Коль, вытащим. Бери за румпик, я за крышку. Коробочки, здесь все смазано, колпачок присутствует, даже здесь смазано, это здесь лишнее. Так, сейчас мы его закрепим и заведем, специально не будем прерывать видео, чтобы потом не говорили, что мы шельмуем. Дай эти самые кусачки разрезать. Так. В сером цвете, конечно, он, так сказать, побольше мне нравится. Вот, здесь уже человеческие стоят. Кстати, о птичках, уже человеческие стоят. Эти самые наконечники на проводах. Так, плюс вот, минус вот. О, все подошло. Как быстро исправили, так сказать, нашу просьбу. Прям отработали китайцы. Только позавчера сказали, что контакты не того размера. Сегодня уже стоят человеческие. О, как надо работать. Так, дальше. Так, что нам тут дали? Ну, две пробочки, две шайбочки. Предохранитель. Этот самый, как его. Блин, за голову вылетело. Сплинт, да. И эту самую. Крыльчатку помпы. Промасленная очень хорошо веревочка. Ну, комплект инструментов тут стандартный. Ничего такого. Так. Это
сюда. Это бензинус у нас. Бензинус у нас здесь. Кстати, ямаховский стоит на копии Тахацу, ямаховский коннектор. Поэтому, кто будет покупать, имейте в виду. А то человек подумает, что здесь стоит как на Тахацу, и тахацевский бак попробует использовать. Замотали-то прям, как в космос лететь. Встречи китайцы никогда не жалеют. Так, так, подкачать. Кстати, вот очень хорошо все подходит. Очень маленькие зазорчики стоят в этом месте. Здесь сразу под дистанцию резиночка с прорезью. Под трос. У нас тут не очень хорошая груша уже. Ну, пробуем. Закачал. Поршням становится легче бегать. Цилиндры, потому что они уже прикатываются чуть-чуть. И надо убавлять холостой ход. Иначе при включении будет хруст в редуктор. Все. Вот чуть-чуть погазовали. Потом стоит уже работает на холосты. Но это не холосты, это повышенные обороты. Отгрызается. Вот теперь смотрим. Не ту кнопку нажал. Надо одну в красный, другую в какой-нибудь другой цвет. Теперь смотрим. Здесь все смазано. Здесь передачи включать смазано. Кстати, вот здесь уже на этом моторе фиксация четкая. Здесь смазано. Здесь смазана тяга с той стороны. Здесь смазано. Никакого люфта. Румпель стоит вообще. С ума сойти. Здесь все смазано. Вот это вот, я считаю, нормальная сборка. Абсолютно нормальная сборка. Коль, дай отверточку крестовую. Тоненькую. Тут вообще-то пальцем не можно. Вот теперь холостые обороты. Можно попробовать завести.
теперь прогрелся. Как любой форсированный мотор, на переходном режиме, особенно холодный, всегда будет подтраивать, подплевываться и так далее. Как только прогревается, все, дальше все идет как по маслицу. Пробуем еще раз. Классический тест доктора. Лепестки на клапанах и чуть-чуть звук от среднего подшипника перевала. Все. Остальное просто тишина. Кто-то начнет говорить, что я сейчас тут газовал лишнего на необкатанном моторе. Так мы же обещали его как тещу гонять. Вот и будем гонять как тещу. По всем, так сказать, возможным камышам, великам, камням. Всему остальному, но вот чисто я как бы за 20 лет тут перекрутил очень много моторов, заводил, слушал и так далее. Моща чувствуется. Реально, я думаю, что он выдаст больше Дахатсу. Естественно, мы его обкатаем, чуть потеплее станет, у нас второй куб стоит на улице, засунем туда, так сказать, поставим его на обкатку. Потом заменим везде масло, еще вот будем смотреть, что здесь залито, какого качества масло залито, сновья в моторе. Вот, и после этого, так сказать, уже начнем его тестировать на лодке, ставить один мотор, другой, проверять скорости, проверять выход на глиссер с нагрузкой, там, 1-2 человека, 3 человека. Вот, но на той же казанке Дахатсу 18 таскал троих, да, троих нас таскал, даже четверых таскал, 30 с чем-то км в час. Тяжелый выход на глиссер был, но тащил. У нас один парнишка худой был, маленький, остальные все взрослые мужики. Поэтому я думаю, что этот для очень многих лодок, тем более, что если он будет с дистанции с электрозапуском, то очень даже вполне подойдет на тот же Прогресс 2, и будет валить. Здесь вот в ручке есть отверстие для того, чтобы закрепить сюда трос, наконечник троса. Есть вот эти вот отверстия, куда цепляется штанга, которая здесь стоит. У меня, кстати, есть это комплект для 18-го Дахатсу. Так что дистанцию я себе соберу, потому что буду кататься на МБшке. Лодочка маленькая, если уходить за 50 км в час, ну, есть уже данные, что на похожем моторе гусар катается на Днепре 46, на какой-то рип там, по-моему, переставили 56. То есть это очень даже хорошие показатели, даже очень хорошие показатели. За 50 км в час это очень хороший показатель. У меня
МБшка шла 45, по-моему, в одного на 15-й Ямахе. То есть вот если уходить за 50 на МБшке, то надо садиться уже не на румпель, а на рулевое управление. Потому что это уже дальше можно и оверкилем побаловаться, а не хочется. Ну, в общем, вот так вот. Ждите дальнейших, так сказать, испытаний. Пока зима, я не думаю, что мы тут в телогрейках будем по Москва-реке кататься, хотя вода у нас открыта. Вот, она сейчас много где открыта, и в Воронеже вода открыта, в Гродно вообще там лед не вставал, то есть народ так на лодках всю зиму и прокатался на рыбалке. Прям Африка какая-то. Вот, так что, наверное, следующие действия будут где-нибудь апрель, конец марта, апрель, что-то вот так вот. Пока можете вопросы задавать, что знаю, отвечу, кому интересен мотор. По-моему, с электрозапуском это только пришли они, и их пока, наверное, не будет, когда они там придут, партия не знаю. А без электрозапуска они есть в продаже, в наличии 77700 с заведением и с ТО-0, соответственно. Всем удачи на воде, катайтесь, не ломайтесь.